понимать, куда идти. Привет. Привет. В общем, когда я шла на фотосессию вот по такой генштаб-квартире, я не знаю, что это, я вообще не понимаю, где я нахожусь. Это какой-то огромный... Куда мне выходить? Боже, тут одни входы и выходы. Куда, блядь, идти? Куда идешь? Я пытаюсь выбраться из какой-то подпольной фотостудии. Я офигела, прифигела, когда пришла и увидела, что там происходит. А представлялись и расписывались, и общались, как будто прям такая известная фотостудия. Но когда я начала идти по вот этой дороге и искать их офис, мне уже тогда стало странно и страшно. Стоит ли мне его искать? И... так, подождите. Я не ошиблась. Сюда? Смотрите. О, боже, блядь, я заблудилась куда-то. А вот еще какая-то дверь. О! Вот это меня пригласили на фотосессию, блин, по бартеру, пожалуйста. Все, я вышла, я нашла выход. Я нашла выход из ситуации. Класс, вы у меня такие умные, я вас обожаю, ребята. Я по вам так соскучилась, сегодня обязательно будем проводить эфир, я думаю, что через часика полтора-два я выйду к вам. Мы с вами пообщаемся, поделимся, у кого что произошло нового. До свидания. Ой. Зачем соглашаешься на бартер? Ну, мне было тоже интересно, это тоже в моих интересах была фотосессия, но я думала, что... Люди более серьезные там, ну да ладно. Ладно, ребят, я поехала. Скоро встретимся в эфире.